Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы с вами приготовим обычное вкусное мясо с овощами и приготовим мы его по полезному рецепту в рукаве. Овощи. У меня два кабачка, два синеньких и два болгарских больших красных перца. Хорошо промыть, просушить бумажным полотенцем и разрезать на кусочки. Кусочки делайте какие, такие, какие вы любите. Переложите нарезанные овощи в удобную для вас миску. Сюда идут 2 столовые ложки оливкового масла, соль по вкусу, черный перчик по вкусу и специи. У меня специальные специи для овощей. Овощи хорошо перемешайте, чтобы они все покрылись специями и маслом. Дальше мы даем им мариноваться 10-15 минут, а сами с вами займемся мясом. Какое мясо выбрать для этого рецепта? Любое. У меня вот здесь шея, но эта шея, вы видите, она не очень жирная, прям такая ничего, мне повезло с кусочком. Можно взять любой цельный кусочек мяса на ваш вкус. Итак, мясо мы промыли, просушили бумажным полотенцем, убрали, если вам что-то не нравится, жир и так далее, и так далее. Мясо я натру абхазской острой горчицей и вот этим красивым зеленым соусом, который мы с вами готовили у меня на канале. Ищите чесночный соус из молодого чеснока. Какое ароматное будет мясо! Вот этот чесночный соус, такая хорошая приправа получилась. Ее можно добавлять в любые блюда и очень хорошо хранится до 6 месяцев. Мясо мы хорошо натерли приправами, оставим его отдыхать, пусть тоже впитает все запахи. Аджика у меня, вот эта абхазка, она соленая, поэтому соль сюда у меня не шла. А вы смотрите сами, аджика очень острая. Сегодня мясо мы с вами будем готовить в рукаве. Итак, в один рукав я положила овощи, потому что они готовятся гораздо быстрее, чем мясо. А в другой рукав я положила картошечку, которую предварительно помыла, не чистила, хорошо помыла со щеточкой, разрезала на кусочки и положила в кулек для запекания вместе с мясом. Духовочку мы разогрели на 180 градусов и туда пойдут наши кулечки. Я советую обязательно положить на противень. Не дай бог кулечек какой-нибудь лопнет, и вот это все у вас разольется по печке внутри духовки. Ай-ай. Итак, все поставили в духовочку. Ждем. Первые вынимаем овощи. Как я вам и говорила, первые приготовились овощи, я их убрала, разрезала кулечек, достала, ароматные, вкусные, прямо сок с них так и бежит. Дальше готово наше мясо, посмотрите, какое оно сочное и красивое. Готовьте, берегите себя, с уважением, Алена. Пока-пока!